Весна активно вступает в свои права, и в Твери продолжается подготовка к прохождению половодья. В нынешнем году местом проведения учений стал Заволжский район. На Производственной улице, что в частном секторе микрорайона Соминка, спасатели вместе с представителями районных администраций отрабатывали меры взаимодействия. Тренировка перед предстоящим паводком традиционно состоит из нескольких этапов. Сначала присутствующим озвучивается главная задача и объясняется порядок проведения практических занятий. Отработаем несколько вопросов на учебных точках. Это, как правило, прежде всего работа эвакуационных групп в случае негативных событий. Следуя плану учений, группа спасателей прибывает на место, чтобы определить масштаб подтопления, причины, а также силы и средства, необходимые для его ликвидации. Вешки устанавливают, чтобы посмотреть, насколько поднялась вода. С помощью техники МБО у дороги Твери начинается прочистка дренажных канав. Затем вот такой каналопромывочной машиной производится промывка трубы горячей водой. При необходимости может быть проведена эвакуация населения, порядок которой тоже четко отработан. После получения сигнала от ЕДДС о том, что в таком-то районе Заволжского района происходит потопление частного сектора, выезжает оперативная группа, устанавливает все обстоятельства. Этой зимой снега выпало много, так что в настоящее время на особом контроле территории, которые регулярно попадают в зону подтопления талыми водами. Мы знаем все паводкоопасные места, в каждом районе они есть. И мы, как правило, заключаем соответствующий контракт с рабочими организациями, которые имеют возможность проводить подобные виды работ по расчистке ливневых канализаций, водопропускных труб. Противопаводковые мероприятия сейчас проходят во всех районах города. В случае резкого повышения уровня воды выше критической отметки, основные усилия будут сосредоточены на частном секторе. Специалисты районных администраций и спасатели проводят мониторинги территорий в постоянном режиме.